Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки и ниндзя-легенды. Так, забираем награды. Давай посмотрим. Так, все-таки, друзья мои, скинули меня. Скинули в Лигу Мастеров две звезды. Кукишим. Как говорится, на постном масле. Они думают, что я здесь буду сидеть балалайку на всю харю. Я буду прорываться, делать прорыв. Конечно, друзья мои, только топчик. Раз уж взялись, как говорится, добить эту неделю нормально, будем выполнять. Самое удивительное, что ребята могут появиться непредвиденные какие-нибудь ситуации, да? И у меня не получится поиграть или еще что-нибудь. И никакого топового места у нас не будет. Ладно, о плохом пока не будем. Пока вроде бы все, как говорится, у нас в норме. Пока. И надеюсь, так и останется. Никаких изменений вроде бы не предвидится. Я что-то не понял. Как-то так быстро пролетела рулетка. Я даже не понял, куда я переместился, с какого места на какое. Что-то резко так все, конечно, все это, ребята, прокрутилось. Так, мне что-то не нравится 7.1 звук. Надо сделать обычный. Он более-менее приглушенный. По крайней мере, мне так в наушниках комфортнее слушать, чем когда ставишь 7.1. Слишком ярко выраженный звук. Аж такой, до скрипа. Давай, Донни, добивай их всех. Красава. Что я могу еще сказать? Так, ну, смотрим. Друзья мои, ну я вернулся, естественно. Как я мог не вернуться в свою любимую Лигу Мастеров 3 звездочки? Конечно, вернулся. Вернулся и... И что? Наказывать? Ребята, только наказывать. За то, что меня скинули, мы должны с тобой рвануть вперед из песни. На выходном попробуем, ребят, поиграть Растения против зомби-герои. У меня все в планах. Дальше продолжить играть Shadow Fight. И все никак, ребята, руки не дойдут. Вот ложусь спать, ну, и вот, знаешь, когда ложишься спать, у тебя сразу тысяча всяких мыслей в голову лезет, отчего ты долго уснуть не можешь. И вот у меня тоже. Лежишь такой, думаешь, блин, надо бы завтра, наверное, все-таки в Shadow Fight поиграть. Ага. Такой, все, на заметочку взял. Заснул. Проснулся там, например, садил на работу. Опять же что-то поиграл. И думаешь, блин, ну я же хотел в Shadow Fight поиграть. И вот так вот изо дня в день. Трэш. Я даже, ребят, не успеваю. Сейчас с Hill Climb Racing второй поиграть, понимаешь? По времени, ну просто не успеваю, друзья. Так, он поставил уклонение. Мне это не нравится. Слушай, у него крутое уклонение, на самом деле. Он-то выжил, главное. Пит, помнишь, мы как-то играли с тобой в игру на втором канале, которая называлась... Блин, как же она называлась? Бум, что-то там. Связано с бомжом. Помнишь? Она еще тогда была в раннем доступе. Там кончалась на том, что... Нас с крыши поднимает огромный голубь, и куда-то мы летим. И потом пошли титры, типа продолжение следует. Да, ребят, продолжение вышло этой игры. Но знаешь, что самый подвох-то? Что надо проходить все с самого начала. Все с самого начала, ребята. Мы там... Блин, я уж там не помню даже. Бум-симулятор, по-моему, называется, или что-то такое. Да, по-моему, бум-симулятор называется эта игра. И с самого начала... Нет, друзья мои, если вы хотите, чтобы я начал ее с самого начала, пишите в комментариях, мне не сложно, мне эта игра понравилась, но просто я не уверен, что вам понравится смотреть все с самого начала. Мне просто интересно знать, чем закончится вся вот там обстановка. Я думаю, вы поняли, про какую игру я говорю, да? Где мы играем бомжом, второй друг его, и бомж, тележка, которую превратили, корпорация там какая-то, я уже не помню, там... Там много чего эта корпорация наделала, там людей в крыс превратила, в птиц превратила, блин, там... Трындец. И мы как бомж ходим там этот, петардами там бросаемся, там сын где не нужно. Ну,
такая игра, короче, немножко с черным юмором, с похабщиной, но она прикольная. Вот. Но просто я как представлю, блин, все заново, блин. Опять это все развитие, а там же, помнишь, там это ты должен зарабатывать, собирать это, клянчить деньги, блин, на развитие. Потом что там должны выполнять, естественно, какие-то задания, битвы группировок у нас там были, блин, так, короче, очень много чего можно сделать. Но я просто никак не ожидал, что когда она выйдет в релиз, тебе придется, блин, все заново проходить. То есть твои сейвы просто улетели в никуда. И от этого мне даже немножко плохо, как бы, потому что, ну, как бы тебе объяснить, выпускают они игру в раннем доступе, да, разработчики, предположим. Ты в нее играешь, предположим, долгая игра, да, там, в нее играешь, там, 50, там, 60, 80 часов, предположим. Она в раннем доступе, и когда она выходит в релиз, все твои сейвы, весь твой опыт и все, что ты там накопил, оно просто обнуляется, вайпается. Ну, это разве честно? Я считаю, что нет. Я считаю, что это нечестно, друзья мои. Я понимаю, могли бы сделать выбор. Хочешь ли ты начать с самого начала? Ты говоришь, да, я хочу. Или хочешь ли ты продолжить с того момента, на котором ты остановился? Да, я хочу продолжить с того момента, и ты начинаешь. Но тут же, блин, никакого выбора. Вот ты должен, и все, начинать ее сначала. Блин, тут это, конечно, обидно. Это, конечно, обидно. Давай плюшку бросим. Даже не сомневался, что пиццелица его ушатает. Эх, какой смачный кусок пиццы, да, бегает. Хе-хе-хе. Ты бы смог бы съесть бы пиццелицу? Вот так вот идешь, и на тебя идет живая пицца. Смог бы ты его съесть, а? Я вот, ребят, не знаю, если честно. Как бы я могу представить, что это пицца, но у меня бы в голове сидела, но она же как бы живая, она же ходит, ёк-макарё. Как я ее буду есть, блин? А вдруг я съем от нее кусочек, как бы тебе сказать? Она начнет во мне там размножаться или там что, я стану таким. Ну, как бы есть такие, да, мысли. Потому что все неизвестное нас пугает. Так скажем. Так что такие вот пироги, ребята. Но если бы ты был бы сильно голодным, да? Сильно. Ты же знаешь, что голод — это такая штука, что будешь есть даже то, что ты никогда в жизни бы не ел бы. Тогда бы, я думаю, ты напал бы на этого пиццелицева бы и сожрал бы его. И пофиг тебе какие-то там стереотипы. По барабану тебе было бы на это все, понимаешь? Пофиг. Ты захрустел бы его, как говорится, хрустящей корочкой и не поморщился бы. Еще в карманы бы себе набил бы на прозапас. А может быть, полностью бы его в мешок бы засунул. Ай, о чем у меня? Опять у меня мысли о еде, ребят. Все плавно переходит к еде. Да, тут тоже недавно пожадничал. Сделал салат. Очень много салата, ребята, сделал. Я его просто не смог доесть, он испортился. Ну как испортился? Пожух он там. Знаешь, я вот не люблю... Я люблю салат, когда он свежий. Когда он свеженький. Когда огурчики хрустят. Помидорчики еще не размякли так слишком сильно. А когда он полежит в холодильнике, да, там, день-два, он такой жухлый становится, такой, знаешь, сок, да, очень много сока, понта никакого нет. Ну, короче, вот такая фигня. Вот. А ты же делаешь, ты же как бы думаешь, вот, я сейчас все это съем. Бывает такое, ты наделал целую кучу, ложечку одну съел, все, ты наелся. Вот просто отрубило. Просто вот наелся и все, и не хочу больше. И ладно бы я не хотел бы день, я не хочу вообще его. Понимаешь? Вообще не хочу. Я поел, вот ложку съел, и все. И вот как отбило. Я на нее смотрю, и выкидывает жалко, блин. И давиться неохотой. И думаешь, ну нафига ты так сделал? Нафига? Ну сделай ты себе немножко. Мало, потом доделаешь еще. В принципе, делать-то там это все мелочи. Нет же, блин. Вначале сделаешь целую хапу, а потом сидишь и думаешь, блин, ну нафига? Нафига это надо было? Переводить продукты. Так, ну что, пойдем серию испытаний пробежимся. Да, кстати, ребят, мы обратно вернулись с вами в Лигу Мастеров. Ну, я думаю, что ты успел это увидеть. Вот, и это. И все у нас там хорошо. Теперь давай выполним наши ежедневки. В принципе, на этом будем закругляться. Сегодня не пятница, поэтому событие пятничное нам недоступно. Оно будет доступно завтра. Возможно, завтра и поиграем. Ну вот это сейчас не надо было делать. Можно было бы, в принципе,
Армагоном запустить ракеты, и этого было бы более чем достаточно. Ждем обновления, ребята, по черепашкам на ПК. Я думаю, что многие видели, наверное, уже в Стиме, да, что там к нам прибавится Усаги. Я думаю, что можно было бы поиграть. Ну, а, там мало того, что появляется Усаги, там еще появляется новый контент, по-моему, новые локации. То есть ждем, ребята, ждем, когда она будет, правда, я не знаю. Вот, а помнишь этот Iron Heart компанию, да, которая снимала, ну, не снимала, а делала игры Kingdom Rush, там, такие игры. У нее вот две игры, ребята, новые вышли. По-моему, вышли уже. Одна там про, как бы тебе сказать, ну, предположим, знаешь, вот фильм «Безумный Макс», да, типа такой фигни, тоже постапокалипсис там, то есть 5-10, но с боевкой как Kingdom Rush. То есть как бы вот эти вот панки там на тебя нападают, а всякая ерунда там, наркоманы всякие лезут к тебе, а твоя цель, короче, всех уничтожать. Я еще, по-моему, год или полтора назад видел ее. Вот-вот должна выйти, вот-вот сейчас уже выйдет. Вот, и вот все они должны. Может быть, она где-то в Нидерландах и вышла уже, но у нас пока, к сожалению, ее нету. А сама Iron Heart, конечно, крутая компания. Мне нравятся ее игры. Я с удовольствием их прохожу. И проходил, и буду проходить. Так что ждем, ребятушки. Слушай, у нас так мало... А, ну правильно, мы с тобой немножко поиграли здесь. Ну давай тогда Кунаичи, что ли, может быть, ей хватит. Да, ребята. 70 уровень. И сразу же хотел сказать, мы прокачиваем до 6 ступени. Нифига, мы не прокачиваем, потому что у нас не хватает с тобой мутагена. Обидно. Ну ладно, давай тогда... раз не получается у нее... Почему-то все пишут Рафаэль... Видение, крутой перс, качай его. Ну-ка, где у нас Рафаэль Видение? А, так, это ролевой у нас Рафаэль Видение. Что у него, ребят, крутого? Ну, две атаки массовые, да, есть. Ну, давай начнем, наверное, прокачивать потихонечку. Так, 10 ящиков с инструментами надо, да? А один есть. Второй надыбали. Третий. Четвертый. Пятый, шестой. Седьмой. Восьмой. Девятый. Хотя на самом деле я прокачал бы лучше бы Донателло ролевого, если честно. Мне он почему-то как-то больше. Во-первых, он хил. А во-вторых, он имеет массовую атаку с наложением постепенного урона, то есть поджогом. Так, и чё? Мы все ежедневки с тобой выполнили. И все, ребята, вот видишь, и все, и больше здесь ты ничего не сделаешь. Вот что ты тут сделаешь? Ничего. Понимаешь, вообще ничего. Идти вот это тут проходить, зачем? Ребята, это все пройдено вдоль и поперек. Персонажи все у нас уже есть. Смысл? Нету. Нету. Поэтому хочешь не хочешь, а вот придется, ребят, завершать серию сегодня. Да, она очень коротенькая получается. Но, тем не менее, я вернулся в топчик, и об этом не жалею. Ну что, друзья мои, на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр, за мою прослушанную, как говорится, болтовню. Надеюсь, я вас не утомил. Вот, и увидимся уже в следующих видосиках. Так что всем пока и удачи.